возвращаюсь с тренировки. Такой хороший прохладный ветер. И вот смотрю, впереди меня идут папа с сыновьями и мальчишки в спортивных костюмах. Они обогнали малость меня, но такой у них хороший разговор с отцом идет. Про спорт. Еще собачка вот у них на длинном поводке. Ну, приятно смотреть. Такое хорошее общение сыновей с папой, с отцом. Я заслушалась, но они меня обогнали. Мне было немножко неудобно. Думаю, ну что же я так это... Вот повернулся мальчишка. Ну, хорошая семья. Дай Бог им благополучия. И вам всем, и мы, друзья.